Ну, с точки зрения сегодняшнего матча, конечно, очевидно и объективно то, что поражение, которое сегодня случилось, оно прежде всего обусловилось тем, что мы очень плохо начали стартовые отрезки первого и второго тайма, поэтому мы быстро пропустили мячи. Я считаю, что заслуженно абсолютно проиграли, потому что мы не смогли создать моментов у ворот Терек, и в свою очередь команда Терек мне показалась очень организованной командой, с хорошей самоотдачей, игроки, которые понимали, наверное, суть ту, для чего они нужны сегодня на футбольном поле. Поэтому я считаю, что они заслуженно победили. Мы, в свою очередь, должны просто перед своим болельщиком извиниться за данный матч и думать о следующей игре. В принципе, поражения случаются, конечно, очень обидно, очень неприятно, но такой футбол, такова сегодня жизнь в нашем футбольном клубе. Я считаю, что мы должны обязательно перестраиваться уже в ближайшее время, изменить ситуацию. Начало матча надо отдать, ну, сказать, что было за нами. Мы имели ряд моментов и довольно-таки неплохо играли. Забили гол, а почему-то после 25 минут бросили, наверное. На это, конечно, и повлиял соперник, что мы стали не в ту игру, которую хотели играть в последнее время. Вторая половина первого тайма осталась. Довольно-таки активно начали, опять было хорошее начало, заработали пенальти, забили второй гол. Но, конечно, после счета 3-0, надо сказать, довольно-таки тяжело было завязать игру и вернуться. В принципе, довольно победили заслуженно, честно скажу, мы очень опасались, и рисовали, и ребятам,